Уровень безработицы в Великобритании в третьем квартале текущего года составил 4,8% и сохранился на минимальном за 11 лет уровне. Данные Национального бюро статистики полностью совпали с прогнозами экономистов. Вместе с тем, число занятых на британском рынке труда сократилось на 6 тысяч человек впервые более чем за год. И, по мнению аналитиков, это свидетельствует о замедлении темпов роста занятости. Без учета премий заработная плата выросла на 2,6% в годовом выражении, превысив прогноз роста на 0,1%. Количество обращений за пособием по безработице с учетом сезонных колебаний в ноябре увеличилось на 2400, меньше, чем ожидалось.